Здарова всем, ребята, меня зовут Кент АПК, и с вами чемпион мира по крафтам, это Кент АПК. Прямо сегодня я буду крафтить легендарки, буду крафтить эпики и буду крафтить всю новую коллекцию. Сегодня явно будет очень-очень весело. Поэтому я вас прошу, пожалуйста, ребятки, поставьте лайк и подпишитесь на канал Кент АПК, потому что прямо сегодня будет полнейший трэш. Ну что же, а мы начинаем. Топовые скины, моментальные выводы, крутые бонусы. Ссылка и промокод в описании. mystandoff.ru. Ну что же, как говорится, счастливый путь. Начинаем с самого дешевого крафта. Но тем не менее, вот эти самые дешевые P350 Nano, даже они стоят 0.34 голды. Это, поверьте мне, довольно-таки много. Ну что же, поехали. Пока что изикрафт. Самый дешевый, самый легкий, самый скучный. Но дальше будет только интереснее. Делаем крафт, и нам выпадает G22 карбон. Ребят, неплохо, неплохо, неплохо. Давайте начнем крафтить, наконец-то, рарки. Рарочки, идите сюда. Как же я люблю вас крафтить. Так, раз, два, три, четыре, пять. Вышел Кента пока погулять. И мне выпадает. Так, так, так. Так, да ты что, АКР-12 карбон, неплохо, неплохо, очень даже неплохо. Так, ребятки, крафтим дальше, посмотрите, сколько у меня эпиков. И прямо сегодня я все это скрафчу, вы понимаете? Блин, как же это круто, капец, как я рад. Так, ну что же, поехали крафтить. Так, 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 быстрее, быстрее, быстрее. Хочу скрафтить как можно быстрее рарки и начать крафтить эпики. Так, и... АКР-12 карбон, обратно этот эпик. У меня такое ощущение, что никаких других эпиков, кроме АКР-12 карбона, нету. Так, ребятки, я хочу какие-то нормальные крафты. А ну-ка, я не понял. Я, конечно, извиняюсь, да, я Кент АПК. Ну, ребят, ну я же не зря чемпион мира по крафтам. Сейчас будет по-любому что-то хорошее. Походу, просто вы не поставили лайки. Я, конечно, не экстрасенс, но, кажись, кто-то из вас не поставил лайк. А ну, быстро лайки поставили. Так, ну что же, по-ле... Летели. Да блин, кто меня прокал? Так, пацаны, не останавливаемся. Это только начало, я говорю. Они меня просто-напросто разозлили. Я не хотел, но вы меня разозлили. Быстрее, делаем, делаем, делаем. Блин, вот эти гребаные дробовики. Один АКР-12 с них падает. Ну пожалуйста, хоть что-то нормальное, прошу. И... Да блин, у меня такое ощущение, что АКР-12 один карбон и падает. Давайте еще один крафт. Если мне обратно выпадет АКР-12 карбон, то просто официально считайте меня самым невезучим человеком в мире. И мне выпадает... Да это ровно какой-то, это троллинг! Меня просто троллят. О, кстати, ребятки, давайте, пока никто не видит, под шумок скрафтим старую коллекцию. Ну, просто под шумок, пока никто не видит. Ля-ля-ля, тополя, и мне выпадает, о, неплохо, статрек FNFL Tactical. Кажись, он стоит в 5 раз дешевле, чем стоил до обновы. Но это не суть. Так, ну что же, поехали крафтить эпики. Ох, ребята, вот это самое приятное, вот это самое интересное. Так, ну что же, и прямо сейчас мы узнаем, окупился ли Кент АПК или Кент АПК полнейший нуб. Давайте. 3, 2, 1. О-о-о-о-о-о-о-о-о! Мега окуп! Авен Дрэгон! Охренеть! Вот это круто! Сколько стоит? Сколько стоит? 173 голды! Охренеть, мой плюсе! Я в шоке! Я просто в шоке! Так, ребята, крафтим дальше. Так, кажись, началась белая полоса. Вы просто посмотрите на это. Блин, как же мне повезло. Так, так, крафтим. Неплохо, неплохо. Но АВМ, конечно же, получше. Блин, ребята, мы уже в плюсе. Уже вот на данный момент мы в огромном плюсе. Так, крафтим, крафтим, крафтим. Ну, пожалуйста, пожалуйста, прошу, АВМ. Так, я закрою глаза. Скажите, что АВМ, прошу. Скажите, что АВМ. Скажите, что АВМ. Опять импостим граффити. Так, ребятки, не расстраиваемся, потому что у нас еще все впереди. Это только начало. Так, крафтим, 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 крафтим. Эпики, ну, пожалуйста, ну, не подведите меня. Давайте, за Кентай двор. Стреляй в упор! Да блин, это руфл какой-то. Так, ребят, давайте, эпики, 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 эпики. Я чувствую, что надо сходить в туалет. Ладно, шучу. Я чувствую, что прямо сейчас мне выпадет АВМ. Давайте. Хэштег АВМ выпадай, и мне выпадает! М4 Найтволф! Обалдеть, сколько стоит? Сколько? Сколько?
60 голды, нормально, слушай, очень даже нормально. Вышли в ноль, нормально. Не расстраиваемся. Блин, ребятки, вы даже не представляете, насколько я рад этим крафтам. Так, 3, 2, 1, АВМ. Иди сюда, малышка, ну я тебя люблю, мы в огромнейшем плюсе, блин, вот это крафты, я даже не знал, что они насколько выгодны, понимаете, это не рофл, это не шутка, это не постанова, снимаю с первого раза, ребята, так, ну, опять N4 Night Wolf, слушай, неплохой скин, вот я прям сейчас его поставлю, потому что он мне понравился, определенно это очень крутой скин. Давайте дальше крафтить эпики. Ребят, это только начало, вы понимаете? Дальше будут крафты легендарок, и из них выпадут арканы. Арканы — это самый дорогой крафт, вы понимаете, да? Это очень-очень круто. Ну что же, иди сюда, Вэн, ну. На М4, неплохо, нормально, ребят, хэштег, Кент, не расстраивайся, потому что, в принципе, ребят, нормалды. Конечно, ну, не самый лучший, но неплохо, будем говорить откровенно, очень даже неплохо. Потому что мы пока что в огромном плюсе, просто в огромном плюсе. Так, и сейчас мне выпадает, держим кулачки, скрещим пальчики и... Обратно М4, обратно вышли в ноль. Ну, ребят, М4 это примерно вышли в ноль. Так, и у нас осталось сколько? 2 крафта эпиков. И потом уже пойдут легендарки, вы понимаете, легендарки-то. И потом после этого будет самый дорогой крафт. 3, 2, 1. Да, это рофл какой-то, надоели с М4. Блин, иди в задницу М4, ясно? Ну а прямо сейчас будет самый последний крафт эпиков. И после этого уже будут легендарки. Так. Давайте. 3, 2, 1, я закрываю глаза, скажите, что ВМ, и M8 граффити, блин, ну, конечно, не очень хорошо, но, тем не менее, пока что у нас все равно дела идут очень даже хорошо. Я предлагаю перед самым дорогим крафтом, давайте скрафтим старые, ну, просто они уже, по сути, никому не нужны, я сейчас сделаю старый крафт, и после этого пойдет самый дорогой крафт новых легендарок, так? Вау, М4 самурай! Ни хрена себе! Слушай, а сколько стоит самурай? 250 голды! Обалдеть, мы в плюсе. Слушай, неплохо. Мне пока что прям очень сильно везет. Ну что же, погнали к самому дорогому крафту. Ребята, это очень волнительный момент. Я, клянусь, я очень сильно волнуюсь, потому что прямо сейчас я нажму кнопку крафт, и мы узнаем, какая же мне аркана выпадет. Возможно, мне выпадет АКР Дрэгон, и я буду просто вот в таком плюсе. Кто его знает? You never know. Так, ребята, давайте держим кулачки, затаим дыхание. Я нажимаю крафт, и мне выпадает... Ребята, неплохо, но мы в небольшом минусе, потому что P90 самурай стоит 200 голды, если не ошибаюсь, да? Да, стоит 200 голды, мы в минусе на 100 голды, но если брать в общем, то мы в плюсе. Так, давайте, вот прямо сейчас будет решающий крафт легендарок, и возможно, прямо сейчас, ребята, мы будем сказочно богаты, возможно, после этого видео я сказочно богато заживу, возможно, моя жизнь изменится в лучшую сторону, и мне выпадает... Опять P90 самурай. Ребята, я хочу еще один крафт сделать. Я докуплю и сделаю еще один крафт. Я сумасшедший, я псих, но я хочу еще один крафт. 5 minutes later. Ребята, прикиньте, мне не хватало буквально 3 скина. Я захожу на рынок, и рынок просто взяли и закрыли. Я скажу вам так, это знак свыше. Просто это знак свыше, что кентуха хватит. Поэтому, если вы наберете 7к лайков, то я выпускаю продолжение с крафтами. Тогда я закуплю еще больше легендарок, тогда будет еще больше крафт. Ну что же, в принципе, на этом все. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. С вами был ваш кентуха. И мы, вы не поверите, но мы в плюсе. Это круто. Ну, если брать в общем и в плюсе. Ну что же, всем удачи и всем пока!